Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео я хочу с вами поделиться советом своей бабушки. Я хочу рассказать вам, как можно избавиться от листогрызущих гусениц и тли. Способ, о котором я вам расскажу, очень хороший, эффективный. И самое главное, он без химии. Для того, чтобы победить тлю и гусениц, нам понадобится 500 грамм свежих листьев одуванчика. Раствор я готовлю прямо на даче. Беру 10-литровое ведро, складываю туда одуванчики и заливаю 10 литрами теплой воды. Ведро закрываю крышкой и оставляю на сутки. То есть делаю вечером, на следующий день примерно же в это время приезжаю, раствор у меня уже готов, я его процеживаю и все опрыскиваю. Вы знаете, результат превосходный, действительно гусеницы и тля погибают. Вот у меня 10-литровая кастрюля, я складываю 500 грамм одуванчиков и заливаю 10 литрами горячей воды. Закрываю крышкой и даю настояться ровно сутки. Друзья, одуванчики у меня настаивались ровно сутки. Вот такого вот цвета раствор у меня получился. По вкусу он острый и горький. Я думаю, что именно этот вкус отталкивает тлю и бабочек. Сейчас этот раствор я процежу через мелкое сито и разолью по бутылкам. Друзья, раствор на даче я переливаю в бутылки и все опрыскиваю. Делаю это не в дождливую погоду. Опрыскиваю садовые кусты, землянику, капусту. В общем, все, что едят листогрызущие гусеницы. Тля, бабочки, гусеницы погибают. Все это проверено уже мной и моей семьей не однажды, поэтому буду рада, если мой совет вам пригодится. Обязательно пишите свои комментарии, может быть, у вас есть какие-то свои проверенные рецепты. Обязательно напишите мне об этом. С вами была Марина Жукова. Задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые полезные видео. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!